Финал областного турнира «Лето с футбольным мячом» проходит в особо торжественной обстановке. За игрой наблюдают заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Николай Меркушкин. Меньше года осталось до игр мирового значения, которые пройдут в Самаре. Футболисты и болельщики областных команд смогут достойно представить город как спортивный. Со счетом 2-1 победу одерживает команда Самары, оставляя почетное второе место игрокам из Сергиевска. Отличное ощущение, настроение, то, что мы самые лучшие дворовая команда Самары. Какие у вас планы? Планы? Ну, тренироваться и стать, выходить на более высокий уровень. Надеялись. А что вы делали, чтобы выиграть? Ну, забивали голы. А что нужно делать, чтобы забить? Верить в это. Турнир завершается, но футбол остается во всех дворах Самары. Для участников подготовили мастер-классы с профессиональными футболистами, встречи с послами чемпионата мира, дружеские матчи. Вице-премьер Виталий Мутко сегодня посетил Самару, чтобы на месте увидеть, как проходит подготовка города к чемпионату мира. В ходе визита он осмотрел, как проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта и строительство стадиона «Самара-Арена». Отдельный пункт в программе «Самарская набережная». Еще 6 лет назад на этом месте были распивочные заведения. Сегодня Самарская набережная – одна из красивейших в Европе. Везде цветы, оборудованы спортивные площадки, играет духовой оркестр. Как преобразилась территория отдыха, сегодня показывают вице-премьеру. Виталий Мутко прошел участок в сопровождении губернатора и главы города. От памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА. Городу точно будет где принимать самых взыскательных футбольных болельщиков. Поближе познакомиться с историей и традициями города можно уже сейчас. В павильоне работает интерактивный музей, который рассказывает об основных этапах развития города и его традициях. Важно, чтобы город надолго запомнился гостям со всего мира. Фан-зоны – это абсолютно другое. Это сюда придут те, которым ничего, ни твои достопримечательности, но они придут сюда и будут до матча керосинить, гулять, танцевать, кричать речевки. Но тот, кто сегодня будет, захочет, ну что, ну у него хоть 2 часа, да я схвачу. Что в Самаре схватить главного? Что? Ну в Москве все понятно, все пойдут на Красную площадь, все пойдут в могилы, там неизвестно что, все там, понимаешь, есть куда сказать, Питер, да, Дворцовая площадь, там Исааки, там памятник Петру, на Неве прокатиться. 3-4 надо выбрать главных вещей, это в каждом городе, да, в каждом городе. Месяц чемпионата, в течение которого будет проходить фестиваль болельщиков, на это время запланировано более 150 мероприятий культурной программы. Олег Зверев, Максим Гусев, Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, события.